На подлете к Воронежу был сбит малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат БПЛА. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается в телеграм-канале правительства области. По информации властей, беспилотник был запущен с территории Украины. Ночью его обнаружили и ликвидировали российские средства противовоздушной обороны. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем, заключили в администрации. Ранее также стало известно, что украинский БПЛА повредил объект энергоснабжения в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ЧП произошло ночью, в результате атаки один из поселков Климовского района остался без электроснабжения. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.